Ну вот, дорогие подписчики, не знаем уже, что с Иришкой приготовить. Решили приготовить макароны с подливом на ужин. Сейчас я ей вот мясо нарежу. Пускай готовит уже. Подлив. А я потом макароны изготовлю. Сейчас мясо скину на подлив, пусть пока обжаривается. Пока мясо сейчас посолим, пока будет обжариваться, я покрошу лук. Мясо жарится, ну, покрошу лук. Ну, вот сейчас кину лук, мясо поджарило немного. Луком наждачки. Я пока потру тут масло. Вот эту морковку потру. Что-то маленько обжарю. Залью водичкой. Пусть это все покипит, чтобы мясо хорошо проварилось. А потом уже добавлю муки, разведем, с водой разведем. Ну все, у меня подлив готов. Ну вот сейчас разведу муку, чтобы густовато было. Чтобы была без комочков. Сейчас ее спущу, как маленько загустеет, все, у меня подлив готов. Но в следующую очередь Пашкин будет у меня рожки варить, он любит их варить, ну вот пусть варит. Он у меня всегда их учит, а варит. А он вообще рожки любит, ему хоть каждый день их давать. На пьяному так вообще хоть говна налопать, да, его съест. Все нормально будет, так что. Ты наговоришь тоже мне. Да чё? Ну ты не поймешь, что. Да ладно, ага, наговоришь. Ну вот у нас водичка закипела. Сейчас будем спускать макароны. Мешаем. Ну и теперь остается ждать, пока сварятся. Вот у нас макароны готовы. Сейчас мы их промоем. Маслица добавим маленько. Так, глушлаг.
Ну что, подписчики, будем пробовать, что приготовили. Обалденно вкусно. Приезжайте к нам. Всех накормим и всем приятного аппетита. Безумный Паша с вами. Давайте, девчонки, короче, если что, отправляйте своих пацанов ко мне, короче. Если что, будем подстригать, короче, это, под горшок какой-нибудь. Ну и все будет ровно. Ну и все, вот у меня, видите, какой красавчик сидит. Ну и все будет чики-пики. Ульяна Сергеевна, с днем рождения тебя, красавица! Счастья тебе, любви, здоровья, удачи, всего тебе самого наилучшего! Чтоб ты каталась на мерседесах, чтоб жила без ебаных стрессов, и пусть у тебя все проходит мимо, кроме здоровья и интима. Ты смотри там, шибко не бухай, слышали, ты парфюмом занимаешься. Ты вышли к нам пару-тройку тройного одеколона, ну и все у тебя будет ништяк, и оставайся вся такой же прикольной, веселой, озорной чикой. Безумный Паша с тобой! Ульяна Сергеевна, давай там, дачу в море, море удачи, ну и хали-гали, сапоги, сандали. Давай там, если что, нас на днюху зовем, покажем, как надо отрываться, ну и все будет ровно. Давай, чтобы тебя не сглазили, с тебя не слазили, чтобы ела не толстела, ну и чтобы волосы росли на голове, а задница была большая с спины, с тобой была Иришка, чики-пики. Эдик, с днем рождения тебя, братан, чтобы твое дело развивалось. Приезжай, слышал, ты любишь бегать, будем бегать вместе за бутылкой с тобой. Фарту масти тебе, чтоб ты катался на мерседесах, чтоб жил без ебаных стрессов. И пусть у тебя все проходит мимо, кроме здоровья и интима. И будь всегда такой же опасной машиной, как и я. Двигайся вперед, занимайся спортом. Я в тебя верю, на тебя надеюсь. Безумный Паша с тобой. Эдик, давай там, короче, чтобы у тебя все было ровно. Давай, короче, и мы с тобой будем вместе хаку моему Павлику готовить. Ну и все будет ровно. Потом посидим, погудим, зажрись, поговорим. Ну и давай там золотую долю тебе, жиганскую волю, мурку в ресторане, побольше бабла в кармане, папироску смешную, девку малость озорную, счастье шоколадного, веселье виноградного. Пуковинка, чихай вслух, постригай на письке пух. Чики-пики.